Каким должен быть обед в школьной столовой? Сбалансированным, в меру калорийным и, конечно, вкусным. Качественное горячее питание для ученика – залог его продуктивности. Лучше других о гастрономических предпочтениях своих детей знают мамы. Именно они в роли членов родительского контроля следят за качеством блюд, приготовленных в столовой. Мои детки все кушают, все довольны. Ни проблем никогда не бывает ни с животом. Всегда с удовольствием рассказывают. А вот сын в пятом классе, он говорит, даже добавку все время просит. Вместе с мамами учеников гимназии проинспектировать школьное меню решил и глава городского округа Дмитрий Воложин. Чтобы в полной мере оценить качество местной кухни, пробует еду вместе со всеми. По достоинству школьные блюда оценили и главные инспекторы – мамы. Очень вкусно, питательно, котлета великолепная, суп тоже понравился. Я считаю, что достойный вкусный обед. Ну, то есть почти как дома? Даже, мне кажется, лучше. Все очень вкусно. По соли для меня все достойно. А котлету я не успела попробовать, а салат очень вкусный. Сочный, сладкий. На обед суп-рассольник, рис и рыбная котлета. К ней особое внимание членов комиссии. По словам Дмитрия Волошина, рыбная котлета – блюдо непростое. Рассказывает, он и сам нередко готовит его для своих домашних. Очень сложно приготовить котлеты. Вкусные из рыбы, то есть просто из рыбы не сложно, а вот чтобы они были вкусные, сложно. Даже для взрослого. А ребенок, конечно, он чувствует, ему она не нравится. Нам нужно сделать такую рыбную котлету, которая будет нравиться всем. Ну а детям, конечно, в первую очередь. Этим, кстати, займется известный столичный повар. Пока его имя держат в секрете, но уже в ближайшее время, заявил глава Дмитрий Волошин, комиссия специалистов во главе с кухмейстером из Москвы приступит к разработке специального школьного меню. Впрочем, уже сейчас можно утверждать, что качество школьного питания в округе на высоком уровне. Разработаны методические указания по меню детскому, да, по калорийности, по качеству питания, по качеству закупаемых исходных продуктов, да. Все это требует непрерывного контроля. Глава округа Дмитрий Волошин заверил, проверки качества школьного питания продолжатся. Их проведут во всех учебных учреждениях. Однако предупреждать о визите не будут, чтобы не было времени скрыть шероховатости в работе, если таковые есть.